Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, с вами Лео. Мы продолжаем играть про покер. Да. Это у нас уже шестая часть по счету. Так, это мы уже знаем. Так. Что ж, продолжим нашу игру. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Да, играем этих игроков. У нас уже классически мы скоро закончим вот этот сезон, да. Еще хочу вам сказать, у меня есть хорошие новости по поводу на новом канале, немножко про игры. Counter-Strike Gold of War, бесплатная игра в Steam, вышла возможности поиграть. Поэтому она выйдет у меня на новом канале на 2 сезона. Вот. Поэтому по этому поводу я хотел просто сказать, что будет там эта игра. Вот. И Raft 2 сезона тоже выйдет, ребят, да. Ну только там связано на новом канале. Это называется команда Стас, призрачный полицейский 2. А на основном пока что я пока еще делаю, да. Я пока делаю. Пока что, да. Так. 6 туз 8. Да, все, я теперь сейчас пока просто так, и у меня уже зарядился это гарнитурный наушник. На обычный, как проводной микрофон я тоже пользуюсь, только в крайнем случае, только тогда разряжен, только если яйца устройство. Поэтому надо его заряжать практически часто надо. Тогда я, вот то, что я в предыдущей части, я же слышал, что там пищит на гарнитурные наушники. Это доказывает тому, что уже почти разрядился. Ладно. Так. 10 дамов, да? Отлично. У меня хорошая карта попалась. Восемь, ты король. О. Так, а у меня... Я ставлю, да. Еще один игрок к нам присоединился. Так, ставлю, да. Туз. Понятно. Так. Это мы находимся там, где барон, бакерские заведения, где бакеры. Ладно, пара у меня есть. Ваш ход, уважаемые товарищи. Прям все стоит нормально. Ладно, я тоже соглашаюсь поддержать на эту сумму. 7 и 2. У нее флеш.
скотина. Не флеш. Капец. А у меня 50. Ну я просто так типа сделал так, чтобы мне как бы поверили, что мне надо. Так мне повезло. Так. А, опять не повезет. Блин, плохо. Плохо. Как-то выпалась она не та. Не переживайте, еще один день у нас остается на шестую часть по этой же игре. Немножко в следующей сезоне у нас будет там чуть-чуть побольше. Там 10 серий будет в этой. Получается 2 одинаковых со четвертом сезоне по 8. Ну потому что так просто получается, так одна пара у меня уже есть, но я бы все равно бы сбросил. Нет шанса на победу. Да я почти проиграл практически, как я могу играть, если у меня бабло-то мало. Правда. У него шапка такая же, как у меня. Только по одежде мы разные. Тоже очки носит. Только я без бороды, а сам в реальности я с бородой. Но буквально в смысле, потому что я же мреюсь. Жду тогда до предела, тогда, ну, до максимума дорастет моя борода, а потом я полностью сбриваю как следует. Понятно, что надо заранее сбрывать, но если человек сбрывает бороду, то есть те, которые появились там, да, не так уж большие, то единственное в том, что это, как сказать, чем раньше ты сбриваешь, тем быстрее она будет наоборот еще быстрее расти. Лучше сбрывать их лучше тогда, тогда у тебя полностью отросла борода. Потому что так лучше, выгодно и удобнее будет. Понятно, что я то, что сказал, это может быть кому-то неинтересно. Но просто, если что, чтобы вы знали, парни, товарищи. Это я обращаюсь, естественно, к парням, чем девушек. У девушек на лице, конечно, ну я не сказал, что у них тоже волосы не растят. Но не в такой же степени, как у пацана. Мы же все-таки мы люди. Из-за те времена, из-за обезьян, которые мы являемся. Вот. Ну, именно поколение перехода. Сначала были обезьянами, потом стали людьми. И так и с тех пор. Так, 5 идей, да, у меня в крафте. Пока игра. Дама, тройка, туз. Блин. Не повезло. Ай, господи, все. Не стоит, конечно, принимать всерьез, буквально смысле, что я просто, понимаете, иногда, да, нет, то, что я делаю прохождение, хоть обычные записи, то, естественно, я делаю до конца. Но там просто на какое-то время потребуется там монтировать как следует, и некоторые проверяют там все такое, но я практически только проверяю, только если зависит, какая игра на, связана с озвучкой. В том дело. Вот, а так, да, скоро мне придется, которую я рассказывал давно, скоро придется делать эту ту игру, которую нужно мне еще и озвучивать. Вот, и... А тот самый, который я имел в виду, который... Название программы, которая есть для озвучки, которую я говорил...
Да, но только я не смогу перейти на рабочий стол, потому что надо перейти на вагонный режим, чтобы открыть. Я же на полной экран сидел. Да. Это называется MorphVox Pro. Это тот самый программа, который меняет твой голос на звучение. Типа, озвучивает типа голосом демона, вампира. Ну, то есть, ну, больше всего там демона, женского голоса, мужского и кем угодно. Вот, я это имел в виду. Вот, и вот именно еще немножко хочу рассказать в том, что помните тот самый Фацеринг, тот самый, который аватары, которые, помните, где там можно быть демоном, эйфом, и, ну, то, что аватарчиком использовать. Вот, через нее, то есть вот этой, то есть этой программой, и плюс вот это, куда я там вначале говорил, для меняния голоса, я сам, если честно, засакивал корону, делал сам, чисто вручную. Я просто использовал эти программы для озвучку и аватарчика, то есть. Но только этот аватар будет повторять за твое движение, только если есть вот, только у тебя камера, да. Если она у тебя есть. Вот. И поэтому так получается так, что таким образом у нас вот там, где есть там Sims 3 и Shattered, где я там делал, там вы поймете. Там, где написано я, мое имя, то есть Леонардо Тепляков и Сакура Харона. Потом мы играли как будто вместе по очереди. Но по идее это играл я один, но просто я сделал так, как будто со мной еще в команде Сакура Харона. Но это, естественно, не живой человек, а именно бот. Поэтому так я сделал, как будто у меня бот со мной в этом ситуациях помогает. Я озвучку за женский персонаж именно так и было. Как вот я использовал. Ух ты, 8-3-6, а у меня идет как типа 6-7-8. Ага, почти стрейт получится. Если выпадется. Если выдается четвертка и пятая, то получится стрейт. Или там 6-7-8-9. Если вот так попадет. Я просто немножко так стоял так долго, потому что я смотрел, просто понять хотел. Если выпадет, я же сейчас подаю карты. Так, что еще хотел сказать? Ну, в принципе, да, там что я ничего не использую, никаких хитростей. Я просто иногда так делаю. Почему я так сделал? Ну, чтобы вам было немножко поинтереснее. И вас как типа поднять настроение или рассмешить. А так все по сути я всегда один. Просто у меня в команде, естественно, идет бот, только крайний случай, чтобы вас рассмешить и поднять настроение. Вот, и все. А так просто. А так просто этот, как его. У меня просто нету партнера по играм просто, вот и все. Король. Ну, точно не совпадает вообще никак. Да, ставим все так, один сбросил. Вот. Поэтому я хочу сказать, что я просто иногда хочу сделать так, чтобы на канале было просто интересней. Да, и получается так, но я-то не строил никакую там это. О, пара у нее. Блин, я проиграл. Но не так уж много, но все же.
Правда. Ладно, проиграл-то ничего страшного. Главное, получаешь удовольствие от игры. 5 и 9, ясно. Ну, то, что я говорил, да, ребят, там будет стрим на новом канале, который я говорил по играм, да, Counter-Strike, Raft, и там все такое, также по отдельности. Но там, сразу говорю, там часто стрима не будет. Стрим будет только выходить только то, те игры, которые мы будем общаться с вами на новом канале. А в чем, почему так? Потому что есть те игры, которые мне придется озвучивать в переводе, в смысле для вас, то есть, ну да, озвучивать после перевода. Так, 4-5, у меня одна пара есть, как типа 4-5, понятно. Так, я немножко вот так поставлю. Не так уж много. Вот, и, ребят, я иногда после, когда, например, сделал несколько серий, например, там 5 или 6, не, без разницы, да, там много количества серий за один день, и выкладываю сразу после монтирования, это правда, потому что я остальные время, то есть я отдыхаю, ну, делаю перерыв от этого. А потом, после этого, я вновь возвращаюсь и продолжаю доделать постепенно некоторых игр. Это то же самое, что и на стриме. Но только на стриме, естественно, ребят, я не переделываю ничего. Я просто сразу, скажем так, 3, 4, 5... Ну, сейчас, секунду. Я хочу сказать в том, что на стриме я стримлю всегда, только могу стримить, естественно, больше даже 4, но если у меня сил хватает. А так я по особе стримлю только 1 час, 2, 3 и 4 только. И ничего я не обрезаю, и ничего не изменяю. Потому что я так всегда так делаю видео просто сразу. После того, когда я сделал один день, там, например, 4 часа или 2 часа, все, я отдыхаю полностью. Потому что... Да, потому что... после стрима я всегда отдыхаю. Потому что по сравнению обычные записи. Вот. Три, восемь, да? Пол. Ну что ж, я, пожалуй, эту серию закончу. Но сейчас я просто сейчас хочу сказать, что я сейчас просто... У меня иногда может оказаться и, скажем так, недостаточно возможностей там почаще там поснимать. Но на самом деле это не так, потому что я снимаю так же, как и всегда. Хоть и обычные записи или хоть стрим вживую, да. Вот, и поэтому так получается. Ладно, ребята, я, пожалуй, закончу, а то просто немножко по времени так получилось. Нет, я не закрываю. Дело в том, что сейчас у меня практически начинается память забит. О, мы это, чемоданчик получили. Давайте, почему бы и нет, давайте откроем. Что там выпало? Пистолет, револьвер. Я бы лучше взял... обычный пистолет, а чем револьвер. Ну что ж, увидимся в следующей части. Всем пока.